Такие же конфеты мы брали. Тут не 17,99. Конфеты? Угу. 15. И печенье такое. Starbucks курики. Дарилки такие. Такие печеньки. 15,99, а у нас $20, по-моему, стоит. Еще прям за $25 есть такой наборчик Бейлисов, 10 штук. Тяжеленький пирог. Так вкусно булочки пахнут. $10. Это не помню, сколько у нас стоит такое.
А что, парашюта нету? Да вот есть, а. Оно везде написано best before 23 доллара стоит 24 бутылки. Берем гавайские перцы, очень вкусные, 6 перцев, 6 долларов. Может, еще груши взять? Покупаем карточки на путешествие по морю на кораблике. Подсобка такая.
do you know if we can use them online to purchase tours online, or we just need to? I'm not too sure how their online system works. 700. The card number. 62-66. You can try on their website, and I guess if you have any questions, you can just give them a call. Thank you. Yeah. Acting by calling. If I'm not getting back with you. А, ты здесь хочешь, да? Я уйду. Нет, я им просто... Ой, пардончик. Позвоню.